Доброго времени суток, мои дорогие любители жестокости и насилия, с вами снова я, Хидан, и раз вы смотрите этот ролик, значит предыдущий людям зашел и этому формату быть. В сегодняшнем гайде мы будем учиться играть на серве. Типа, чё кого, Хидан, чё за хрень учиться играть на серве, это же так неинтересно, какая-то может быть тактика, бла-бла-бла-бла-бла-бла. А вот и нет. Мы рассмотрим разных сервов, и сегодня мы будем учиться играть на серве, который называется «Тот самый парень», или он же «Мудак». Билд на перке. Поебать вообще, бери все, что хочешь. Главное, запомни, ни в коем случае не бери часы. Никогда и ни за что. Предметы и аддоны. Вообще поебать, но можешь взять фонарь или аптечку. Ни в коем случае не бери тулбокс. Заводить генераторы да нахуй надо. А теперь мы переходим к геймплею. Первым делом, как вы загрузились на карту, ни в коем случае не ищите генератор и не начинайте его заводить. Нет, это занятие для лохов. То, что нам сейчас нужно, это фарм бладпоинтов, поэтому мы идем на картах полкарты, ищем все возможные тотемы и ломаем их. И не забываем по пути шмонать все сундуки. Ничего оттуда не берем, мы просто фармим на сундуках бладпоинты, за каждый сундук дают 250. Как только все тотемы сломаны и все сундуки мы обсмотрели, идем, ищем сурва и садимся заводить генератор. И да, запомни, никакой кнопки пробел. Не вздумай попадать в скилл-чеки, это для пидорасов. Если за вами бежит маньяк, то обязательно приведите его к другому типу, который заводит генератор. Так он переключится на него и отстанет от вас. Если вдруг маньяк кого-то поймал и несет его на крюк, то бегите у него за спиной, и как только сюрв будет повешен, сразу же его снимайте. Пускай пацан бежит и фармит бладпоинты. Во все шкафы и через все палетки надо обязательно прыгать на шифте. Камон, мы чё, зря в детстве занимались паркуром? Прячьтесь, прячьтесь во все шкафы, которые вы видите. Не дай бог вас маньяк поймает, это все, вас никто не станет снимать. Почему? Да потому что вы мудак. А на этом на сегодня все. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии, как часто вам попадаются такие сервы и как вообще вам формат, стоит ли его продолжать. И помните, ваша поддержка – это мой стимул. Всего вам кайфового. Если вдруг маньяк... маньяк. She's a maniac, maniac, oh no.